Друзья, представляю вам теплицу «Домик» – производство завода готовых теплиц. Ширина теплицы 3 метра, высота прямой стенки 1,80 м. Высота всей теплицы 2 метра 66 сантиметров, без учета фундамента. Для такой теплицы идеальным решением будет расстояние между стойками 65 сантиметров, для того, чтобы здесь не хлопало и здесь не провисало. Каркас теплицы соединяется при помощи краб-системы. Поликарбонат на крыше теплицы крепится кровельным саморезом через оцинкованную ленту, чтобы его не оторвало ветром. Ребят, обратите внимание, как крепится поликарбонат на боковые стенки теплицы. Кровельным саморезом через специальные металлические прижимные планки, чтобы не было здесь зазора, не было никаких хлопунов. Удобно двусторонние ручки. Каркас теплицы полностью оцинкован, и вы можете заказать дополнительное декоративное покрытие, как здесь. Нужна теплица? Завод теплиц.ру